пнуть Колю. Что скажу? Колю, ты что, не хавал? Что сидит там? Я уже бачу, вони там не показали, уже довольными сидели. Коли він довольний, тому що він побачив, коли він довольний, тому що він хавався. Тут два варіанти є. Довольний. Може бути довольний, він ще в туфлях, з пакетом, чувак бухати. Опа, ну. Злачні місця, тут постійно тільки ніжі приходять. Нічого, що не робить. Микола. Потужник. Спасибо. Здорово. Здорово. Какое же дело вообще? Нормально, а ты что? С молодежки. Ну что, не пришли с молодежки? Да. Так никто не говорил, что мы туда играем. Ну, Дима сказал, что типа, я а тебе... что там делать, типа, там скучно будет. Ну так. Типа я спросил вчера. Я сказал, да, но нет. Я думал, что вы не договорились, и поэтому никто не идет. Я пошел. Это... Ну, не знаю. Это не нужно. Это не считает. Саша сюда. Приедет, станет бомжом, будет бомжевать, захочет обратно. Я изучал сейчас много времени крипту. Типа не крипту, трейдинг. Да. Свечи, типа хаш-акин, типа или как они называются, правильно, не знаю. И типа и так далее. Типа. И типа очень много времени. Даже до 2 часов ночи изучал. До 3 часов ночи. Пробовал на демо-счету. Типа заработал 3 мульта заработал. Сколько? 3 мульта. Да ну. 3 лимона заработал. Сказать, не настолько. Да не, сейчас без шуток. Да смотри, я уже понял, что не только он кидает, там еще несколько людей кидают. Какая она? Беларусь. Жесть. Это ж в каждой стране разные, да? Конечно. Да мне кажется, через 70 лет девушку или жену искать уже не будет смысла. Сейчас уже. Чего? Ну сейчас да. А чего уже сейчас? Понимаю. Какой смысл? А что поменяется? Да. Типа. Ну я не бачу, что поменяется. Захотел, нет? Не, мне-то похуй. Мне просто интересно спросить у Андрюши. А, он уже здесь это не работает, это вот. Сколько времени? 11 уже, а? Скоро 12. Через час. Скоро 12. Скоро 12, через час. Через час. Там лисица. Там лисица. Уже второй раз, когда я ночью возвращаюсь, там заяц мимо меня плавал. А тут лисица только что выбегла. Где? Только что, она вот тут тусовалась, мы вышли. Она вот поставила на дороге, вот тут глянула на меня, и сюда побежала. Не знаю, не бачив. Прикол. Я ее не успел догнать, она такая... Ну, я пока камеру включил, Диме дал. Начинаю бежать, и оно просто через дорогу вот туда в лес убегает. Блин, за лисицей погонялся, прикольно. Я много двигается, прав. Короче. Двигается мало, чувствует. Фонтанную ты выключил. Ну, на влоге я не скажу. Или ты, Андрей, думал, что ты можешь слить какую-то инфу? Нет. Да мне не ты, ну, не твои малые вот эти. Непонятные, неинтересные.
Прямо он в лесу, там где темно. Заметили. Фонтан. Рядом с писающим мальчиком, кстати, пописи. Как статуя. Мы, которые не кухуя. Да, как. Погони за пустыми темами, прожигая, прожигая каждый миг, всегда помни о времени. Время летит, отсекая все лишнее. Мир стал другим, и он больше не слышит нас. Моя душа к тебе тянется ближе, рядом с тобой мое затишье. Время летит, отсекая все лишнее. Мир стал другим, и он больше не слышит нас. Моя душа к тебе тянется ближе, рядом с тобой мое затишье. Капли на окнах и под нами высота. Лето или весна, все время я без сна. Постоянно думал, что я выдумал. Тебя я выдумал. Из твоей жизни себя выкинул. Все, что в голове, я сам не вывезу. Там все время пьяные планы и только домыслы. Без тебя я не вывезу. Андрей, что где ты? Все, я тебя сниму. Universal, general, mondiale.